попробовать искупаться на местном пляже. Обещают белый песочек, красивую водичку. Как всегда, идем проверять. Первый пляж, на который мы решили пойти, называется Суфух или Сансет. С него открывается прекрасный вид на отель Парус и остров Пальма-Джумейра. Несмотря на то, что пляж Суфух не оснащен всем необходимым для комфортного отдыха и там нет аттракционов, он все равно на высоком счету не только у туристов, но и у местных жителей. Это уголок дикой природы посреди шумного мегаполиса. Чем же знаменит этот пляж? Конечно, белоснежным песком и водой лазурного цвета. На прибрежной территории, как, впрочем, и в самой воде, нет мусора. Пляж чистый, но здесь не так многолюдно, как на остальных зонах отдыха. А связано это с тем, что он совсем не оснащен. Однако и в этом есть свои плюсы. Пляж идеально подойдет для тех, кто устал от шума и хочет отдохнуть в спокойной обстановке. Пляж песочный, вход в воду пологий, а это еще один плюс для тех, кто отправился на отдых с детьми или сам неуверенно держится на воде. На дне песок, резких обрывов нет. Ну видите, да, черные цапли просто тоже ходят по пляжу, гуляют. В Дубае. Из Таиланда, наверное, прилетела. Побежала, побежала. Купаться нельзя на пляже, лучше красить. А вот ей можно. Подружка с ней прилетела белая. Нормально. Ну что, мы на пляже. Водичка очень холодная, особенно после Таиланда. Где-то, наверное, ну, по ощущениям, плюс 23, наверное, вода. Но зато очень прозрачная, чистая. Ну, есть люди, которые купаются. Я не знаю, может быть, сейчас тоже зайду. Ну, а что делать? Купаться-то хочется. Так, как там пляж показать весь. Ну, протяженный пляж. Красивый, очень тут красиво. Кстати, посещение пляжа бесплатное. Работает он круглосуточно. Никаких ограничений по посещению нет. Но для туристов есть несколько условий. Нельзя распивать спиртные напитки и по возможности лучше не надевать очень откровенные купальники. И уж тем более не стоит загорать совсем без одежды. Рядом с пляжем есть большая бесплатная парковка. Там можно спокойно ставить машину и уйти загорать на пляж. На самой береговой линии нет ни шезлонгов, ни навесов, ни кабинок для переодевания, ни душа и даже туалетов. Зона отдыха ничем не оснащена, поэтому при посещении пляжа вам нужно будет позаботиться о том, на чем вы будете загорать. Стоит взять с собой головной убор и воду. Dubai Knowledge Park. Какой-то парк, связанный с образованием. Здесь очень много всяких фирм, посвященных образованию. Там вот как бы офисы этих фирм. Блин, посмотрите, какая красота. Так должен выглядеть современный мир. Вот это вид. Мы сейчас входим в Пальму Джумейра. Мостику перейдем и уже падаем. Это не утки. Вон внизу плавают утки. А, вон утки, да.
райончик на пальме Джумейра. Неплохо, зелено так красивенько. И беговая дорожка, и велодорожка. Сверху монорельс, который едет прямо в торговый центр. Гуляй, не хочу. На острове Джумейра даже есть танцевальная студия Аллы Духовой «Тодос». Неплохо. Нашли аппарат с бесплатной водой, но нужно держать палец, чтобы сенсор срабатывал. Это на Джумейре, между прочим. Вынимать еще решетку, чтобы не помещать. Да, решетку надо вынуть. Но мы типа ничего не вынимали. Так, вот торговый центр. Прочитала, что лучшие закаты на острове Джумейра и пляжи Вест-Бич. Ну, собственно говоря, Вест-Бич. Идем. Идем. До заката у нас где-то минут 10 остается. Как раз успеваем. Ты где, Ир? Я в Дубае. Великолепный полет. Туда. Туной. Ну что, как вам закат? По-моему, великолепный. В зданиях очень классно отражалась водичка и закат розовенький, очень красивый. Вот так выглядит вход в лепесток пальмы Джумейра. Пришли на краешек острова Джумейра, The Point.
Стоим в очереди, ждем монорельс. Вон уже очередь сформировалась. Знаете, сколько стоит билет? Если доехать не до последней остановки, а выйти заранее, там чуть-чуть на одну остановку, то это будет 5 местных денег, дирхам, по-моему. 5 это умножить на 20, это 100 рублей с человека. А если доехать до конечной, чтобы сразу пересесть на метро, это 10 дирхам. То есть 200 рублей просто проехать от конца пальмы до начала пальмы. Ё-моё. Next station is Nakilmo. Next station, Nakilmo.
Thank you.